Всем привет, с вами Маша Акасситера, и сейчас мы поиграем в игру по мотивам мультфильма «София Прекрасная». Здесь у нас игра-одевалка, подготавливаем Софию к королевскому торжеству. И как всегда добавлю в начале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Поехали! Press the space bar when you see the clothes that match. Так, тут нам говорят, что надо помочь Софии одеться к королевскому торжеству. И нам надо нажимать пробел, когда мы видим ту одежду, которую нужно одеть Софии. Вот сейчас нам нужны фиолетовые тапочки. И вот они. Ура, мы их нашли. Так, нам нужно их несколько раз найти. Оп, и еще они. Ура! И вот Кловер, который радуется тому, что у нас все получилось. И последний раз нам надо их найти. С динозавриками точно не то. И вот они. Ура! Мы все нашли. Все тапочки. Теперь нам нужна корона для Софии. Как же принцесса и без короны пойдет? Так, это у нас точно не то. Вот она. И нам надо найти еще, соответственно. Вот еще раз это был, и еще раз. Ну-ну-ну, давай-давай. Нужную нам корону. Ура! И мы нашли корону. И теперь нам надо найти королевский рюкзачок, с которым София будет ходить, и в который она будет класть свои королевские вещи. Вот раз, и нам птички его приносят. Так, и нужно нам надо еще найти два рюкзачка, два раза, точнее, найти рюкзачок. Вот еще раз. И еще раз. Ура, 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 ура. Yes, you did it, you did it. И теперь у нас следующее. Нам надо найти одежду для того, чтобы София могла полетать на Минимусе. Это ее жокейская одежда. И вот для начала у нас сапожки. Так, фиолетовые сапожки, это не то. И вот, раз. Раз, еще раз. И еще раз сапожки. Мы нашли сапожки. Теперь нам нужны бриджи найти. Ой, какое красивое платье, но оно нам не нужно. И это у нас жакет тоже не тот. О. А бриджи вот раз, вот два. И последние нужны, и три. Ура! И теперь нам нужен жакет для езды на Пегасе. Так... Оп, раз. Ура, ура, ура. И... ура, еще раз. И опять мы нашли жакет. Осталось у нас шлем наездника. Так. Это не он с кроликами. И опять с кроликами и цветочками не он. Это шапка для магии. Вот он. Ура. И еще раз он. Кловер все еще радуется, радуется, какие молодцы. И последний раз мы нашли. Вот мы одели Софию для полетов. И теперь нам для королевского бала надо найти вещи. Вот нам нужны туфельки. Так, это точно не туфельки, и это не туфельки, это тоже не они. Оп, туфельки. Это не того цвета туфельки, рюкзачок. Так. И последний раз осталось туфельки найти. Вот они. Забавный кролик вылезает и радуется нашим победам. Теперь нам нужно найти королевское платье розового цвета. Ой, я все так быстро-быстро начинаю двигаться, как бы успеть вовремя нажать. Вот раз. Вот два. И последний раз. Три.
и теперь нам нужно найти королевские перчатки для Софии. Ведь принцессы у нас очень аккуратно выглядят должны. И по этикету в одежде должны быть белые перчатки. Наверное, чтобы не запачкали ручки принцессы, не заморали. Оп. Так, и теперь нам надо найти корону. Какая принцесса у нас без короны? Оп, раз корона. И два корона. И осталась последняя корона. Три корона. Ура! Теперь нам надо накидку найти. Накидка, накидка. Накидка, раз. И птички нам ее приносят. И где же у нас накидка 2? Это не накидка. Накидка 2. И накидка 3. Ура, ура, ура. И мы одели Софию к королевскому балу. И дальше. А, и тут у нас все. Мы помогли одеться на все торжества Софии. А теперь у нас София, Кловер, Белочка и две птички празднуют у них чаепитие. Он для Кловера много-много морковки, для Белочки орешков, для птичек тоже, по-моему, орешков или вон овощей и чего они хотят, чая, конфеток. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока!